давайте скатнемся, спустимся. Посмотрим. А то люди на подготовленных тут ездят. А мы на потихонечку спустимся. Проедем. Сейчас попробую без блокировки, ребят. Ух ты! Ой, бля! Вау! О-о-о-о-о. Извиняюсь за ругачки. Даже без блокировки, ну, ниже севой, то есть не блокировал. На первой пониженной. Проезжаем ту же трассу, где катались на подготовленном. Блин, ну на автомате. Вообще красавцы едут. Итак, у нас Mitsubishi L200 приехала. Посмотрим. Ну давай ее покатаем. Потихонечку. Не спеша. Да нет, нормально. Позволяет, позволяет. Так, подожди, это номер убьет. Ну, в принципе, нормально проходишь. Уже прочистил, да? Да, давай. А я не вижу. Розетку оторвали. Не, я боюсь на поток. Ходом, знаешь? Костян, посмотрите, он висит там на фаркопе. Да. Ну, давай попробуй, Костян посмотрит, висит, что нет. Че? Короче, на фаркопе висишь и не проезжает. Ясно. Вот вам и длинные базы. Пробуем по другой траектории проехать. Вот. А ты боялся? Я-то не боялся. Пробуем проехать ямку. Ну и в диагонали ее запустим. Ай-яй-яй. Диагональный увешенный, когда автомобиль встает, и тяжеловато, не вывозит. Прямо. Ну, прямо он, конечно, выйдет. Ну, смотрите, давайте на автомате, та Toyota на механике. Вы смотрите, вообще диагональный увешенный прошел изумительно. Класс, классно. А ты по-другому не пометишь. Мой, еще пока да, давай, давай. О, а он на пятое колесо сел, на фаркоп, наверное. А что у него с задними колесами? Давай назад немного. Сейчас не балда сзади висит. Он на фаркопе висит. Сорвал нормально. Здесь упирается и сзади на фаркопе висит.
Ваш патриот говорит, будем унижать L200. Рядом проедет, попробуй. О, здесь легче. Ты смотри, что. Вот он и у вас. Отлично, отлично. L200 пока стоит. Так, достанем динамочку. Пойдем вытаскивать. Динамический трос. Подтянем немножко. 10 метров трос. Чуть-чуть подать ему и все. Ну, попросили Анатолия проехать по тому же следу. Прям точно по тому же следу, где ехал L200. Вот его след. Сейчас мы покажем. Давай. Да! Ну, посмотрим. Ну, легче.